Деловая походка, яркая куртка, очки для конспирации. Продавцы магазина инструментов на улице Волочаевская на мужчину не обращали внимания, ведь он, как и другие клиенты, якобы выбирал товар. Неожиданно серьезный покупатель перевоплотился в грабителя. На то, чтобы переступить порог магазина, а значит и черту закона, ему понадобилось 24 секунды. Останавливаться мужчина не собирался и смог убежать от продавца, но ненадолго. Несколько часов понадобилось сотрудникам оперативно-сыскного отдела управления МВД России по городу Саратову на установление личности подозреваемого. Когда совершил? Сегодня. Во сколько? 29 марта 2022 года. Что забрал из магазина? Шурпалёт. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». 29-летний подозреваемый дал признательные показания, похищенное имущество изъято в ходе обыска. Безработный мужчина ранее дважды привлекался к уголовной ответственности. Санкция статьи «Грабеж» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть, Саратов.